Сегодня мы в баре «Хороший повод» вечером приобщаемся к прекрасному, причем во всех смыслах этого слова. Прекрасная поэзия в компании с прекрасной поэтессой Ирой Астаховой. Ира, привет. Привет. Сразу я хочу задать такой вопрос. Как тебе удается писать о том, что, ну, о таких вроде бы привычных всем вещах, но ты можешь сказать другими словами? Кто тебе это все диктует? Откуда ты это берешь? Не знаю, по-разному. Иногда стих рождается как ритм. Ритмом, и потом на него уже накладываю слова. Иногда это эмоция, иногда фраза. Ты пишешь о конкретных людях, это какой-то конкретный герой. Я просто знаю, что в твоих произведениях зачастую ты пишешь от мужского да, лица. Да. В основном, да, я представляю какой-то образ, какого-то, ну, где-то все время разный человек. Вот. Может быть, даже мало знакомый, меня может вдохновить просто какая-то ситуация. Наверняка у тебя есть кумиры в мире поэзии, да и просто вообще, наверное, из писателей. Кто тебе нравится, кто тебя вдохновляет? Раньше мне нравилась Ахматова в более юном возрасте. Сейчас ли женская поэзия Цветаева? Бродский, конечно. Пастернак. Евтушенко. Некоторые произведения нравятся. Вознесенский. Чтобы творить, чтобы писать, нужно испытывать очень сильные эмоции. В каком состоянии ты творишь? По-разному, конечно. Есть какие-то сильные произведения, которые написаны именно в состоянии какого-то переживания каких-то эмоций. Но есть и те, которые просто не приходят в голову, какая-то мысль. И я ее развиваю в стихотворении. Я считаю, что поэзия тоже отчасти это опыт. То есть я пишу с раннего детства, с 9 лет. И у меня достаточно запас, наверное, мыслей и рифм в голове, чтобы писать без страданий. Хочется в это верить, что не обязательно для этого страдать. Но сейчас ты в каком пребываешь состоянии? Там, Покой душевный. Порекомендуй что-нибудь, что действительно тебя вдохновило, не знаю, зацепило, просто произвело впечатление. Да, последняя книга, наверное, которая понравилась, что я прочитала, Довлатов «Заповедник». Очень, опять же, тоже простое, но глубокое. Книга, а фильм «Вальсирующий» с молодым Жераром Депардье последний смотрел, мне очень понравился, очень романтичный, тонкий фильм. Есть ли какая-то цель? Вот ты этим занимаешься? Вот что касается именно творчества, твоя цель? Ну, моя, наверное, главная цель – развиваться, находить новые какие-то образы, формы подачи стихотворения в плане творчества, а все остальное приложится. Расскажи, как тебе в Твери? Что нам ждать сегодня? К чему ты нас готовишь? Как сама себя чувствуешь? Я чувствую прекрасно. Во-первых, весна. Во-вторых, это новый город. И я рада общению с тобой. Мне все нравится, а ждать? Я буду стараться, чтобы каждый почувствовал сегодня эмоции от моих стихов. Я надеюсь, уверена, что сегодня будет у нас замечательный вечер.